Да, Кости не хватало, но мы собрались, заиграли, доиграли игру до Кости, за Костю. Много мужской борьбы было, говорится, никто не хотел выступать. И на первый план, наверное, здесь вышел уже характер. Да, игра была действительно такая жесткая. Все старались задержать удар. Получались хорошие силовые приемы. И мы играли в обороне хорошо, и они играли в обороне. Поэтому так получилось, что голов было не так много. Пока скомпенсируем немножко вот эту вот игру в большинстве. Самоотдачи. Стараюсь, да, конечно, это очень приятно. Забивать всегда очень здорово. Мы стараемся забивать дальше. Хорошо, что получилось забить, выстрелили. Саша Салок спасал нас, когда мы проваливались. Очень здорово сыграл, спасибо им, то, что мы не пропустили. Тяжелая, конечно, была концовка. Хорошо, что все ребята мы там собрались и все-таки не дали шанса им забить гол. Саня, повторюсь, уже выручил. Хорошо все сложилось, последние 20 секунд выстрелили, все. Это была игра имени Саши Салаха. Он сегодня был главным человеком на доме.